Нижегородские баскетболисты встретились с польской командой. Наши болельщики, чтобы поддержать свою команду, устроили национальный флешмоб. Пришли в русских одеждах. Русская тематика, да, вот, так тематика сказать. Такая. Кокошники, гармошки. Рубашка косоворотка. Из натурального материала, льняная. То есть настоящая русская рубашка. Чтобы наши сегодня обязательно победили. Сарафан, русский народный платок, кокошник. И я не знаю, как правильно называется эта повязка, лента русская. Игра, конечно, напряженная. В прошлый раз чехи нам дали прикурить, и мы сейчас напряженно смотрим. Ну, хорошо играют, наши лучше, чем в прошлый раз. Мы надеемся на победу. Мы же русские. Поэтому это русский баскетбол. Был красивый маневр. Вот наши забивали, когда был красивенько. Я не помню, кто конкретно забивал. Русы кто-то там очень классно. Ну вот пас на Жбанова был отличный. Пока играем не на свой уровень, можем лучше. Надо падение прибавить, побыстрее двигаться. Ну и трешки начать кидать, все будет хорошо. Мы надеемся, что выиграет. Сегодня Буба лидер, за него болеем всегда. Знаете, тяжело мне сейчас в этом моменту, есть какое разочарование, знаете, когда проигрывают игру у последних 5 минут, катастрофально. До этого момента 35 минут считаю полный контроль, но если не можешь контролировать эти последние 5 минут, как у нас был тайспад, из-за этого мы проиграли. Надо выходить сейчас из этого 3 поражения подряд. Жаль мне просто, победа была в руках. Не успели мы, у нас не было ума довести эту победу до конца.